Я, конечно, отношусь как бы к медицине очень хорошо, но несмотря на то, что мне 27 лет, как бы я горжусь тем, что я не делала пока никаких пластических операций, да мне не нужно с моей идеальной внешностью. Но я постоянно интересуюсь новинками медицины, и очень интересна тема, когда там стволовые клетки там изучают, там выращивают органы. И я думаю, что к тому времени, когда мне будет там лет 80-90, уже технология дойдет до того, что будут либо изобретут лекарство от старости, которое полностью будет блокировать процесс вот этого именно старения, изнашивания, либо можно будет, как в фильме «Аватар», в капсуле вырастить себе даже по заказу, по параметрам, там, по цвету кожи новое тело, взять свой разум, вот как флешку компьютера, переписать и спокойно выбирать себе тело. Я думаю, в недалеком даже будущем мы же сможем, как в магазине выбираем себе платье, также прийти и смотреть в капсуле, выбирать тело. Сегодня побыть там какой-то негритянкой а-ля Дженнифер Лопес там с попой с накачанной, другой день можно побыть Памела Андерсон. Я считаю, что это именно так и будет, и это действительно будет здорово.